Что нам стоит дом построить? По областной программе строительства жилья в сельской местности в Колыванском районе сегодня уже более 40 человек получили господдержку в размере 400 тысяч рублей. 200 в начале и 200 по окончании строительства. Семья Косачевых из села Скала уже приступили к строительству собственного дома. Здесь планируем сделать кочегар, ванный туалет. Здесь будет детская, там еще две комнаты, зал и спальня. Планировку будущего дома Юля придумала давно. Сегодня уже залит фундамент и возведены стены. Семья признается, будто в лотерею выиграли. Участок выделили бесплатно, как молодому специалисту села, а тут еще и такая программа. Это весомая помощь, да, конечно. И если вот мы, допустим, успеем, мы планируем успеть, конечно, если у нас все получится, плюс еще те 200 тысяч, то очень хорошо, конечно. Нам прям помогла эта помощь государственная, губернаторская программа вот эта вот. Ну и советую всем участвовать в этом, кто не боится идти собирать также документы, если все это все работает, реально это все. Косачевы подсчитали, на новый дом придется потратить больше миллиона рублей, при условии, если строить будут сами. 200 тысяч по губернаторской программе уже получили. Чтобы получить еще столько же, дом нужно полностью достроить. Юлия уверена, новоселье справят вовремя. Будет большой, уютный, теплый, желательно. Хотим, чтобы газ у нас подвели нам, конечно. Вот у нас тут работы ведутся, но не знаем, когда это будет. Ну и современный хочу, чтобы был, конечно, не там. Сейчас можно добиться этого, были бы деньги. Дом уже возведен, а приблизительно вот на этом месте Косачевы планируют построить баню по самым современным меркам. Это тоже давняя мечта семьи. Ну а задача на сегодня номер один – это подвести дом под крышу. Сегодня в Колыванском районе еще 40 таких же счастливых семей, как Косачевы. 7 подали документы на рассмотрение. Присоединиться к ним могут и другие, те, у кого есть в селе свой участок и разрешение на строительство.